Всем привет, друзья! И вчера мы начали с мамой играть в челлендж 24 часа говорить «да». Мы начали играть в 10 часов утра. Сейчас без 5:10. Осталось 5 минут до конца челлендж. И мама мне не разрешает завести двух маленьких песчанок. И сейчас мы их выпросим. Мама! Да! Ты купишь мне песчанок? Мама! Да! Только живых, не игрушечных! Да! Yes! Еще раз всем привет! И мы едем за песчанками! Да, всем привет, друзья! Еще раз, у нас был да челлендж, и Ника выпросила у меня мышей таких песчанок. Да, мыши, это не мыши. В общем, она давно хотела кого-то, мы не решали завести, но все-таки раз пообещала ей песчанок, то сейчас поедем их забирать. Мы заказали другого города, сейчас поедем на машине и заберем наших двух питомцев. Так, мы забрали наших песчанок, вот они в этой коробочке сидят. Да? Сейчас мы приедем, сейчас мы заедем на почту. Мы заказали им всякие тарелочки, поилочки, сейчас заберем посылку. Да, Лен? И поедем домой смотреть наших песчанок. И все, что мы им купили. Вот мы привезли наших мышек. Ну что, распечатаем? Да. Вот смотри, какие коротенькие. Серенький и рыженький. Ку-ку. Этого будет рыженького звать Персик, а серенького Пепелек. Так, что там еще нам прислали? Нам какой-то... кальций прислали или соль, я не знаю. И вот еще какую-то штуку. Что-то из них кальций, что-то из них соль для них. И корм там должен быть. Насыпали целый пакет корма. Да? И вот у нас еще две упаковки. И распаковываем сейчас аксессуары для наших мышек. Он умывается. Смотри, какой хороший. Так, давай тащим. Тащим. Ого! У нас целая бочка песка для купания наших песчанок. Но песочек, правда, для шиншиллок. Да, вот тут шиншилки такие нарисованные, но тут можно ими песчанкам купаться. Так, открываем. Ого, как напаковали нам. О! Чтобы ничего не побилось. Это колесо! Ух ты, это колесо для песчанок, чтобы они бегали. Вот такое у нас красивое колесо прозрачное. Ого, какая большая! У нас вот такой туннель классный, чтобы песчанки там бегали. Да, внутри залезли, как норки. Оно похоже на норки. Что у нас еще? Еще есть такая вот тарелочка. Да, вот такая тарелочка красивая. Мы будем сюда насыпать корм. Классная тарелочка. Так, Леон что-то там распаковывает. А кто первый распакует, Леон или Ник? Леон, смотри, это у нас купалочка для песчанок. Мы будем сюда насыпать песочек. И они будут там чистить свою шерстку. И еще есть такая прикольная поилочка. Ого, она большая, я думала, она поменьше. Такая стеклянная поилка, чтобы они ее не сгрызли. Вот тут железная, а тут стеклянная. А пластиковая не могут сгрызть. Только у нас, к сожалению, нет клетки. Задержалась наша клетка, но завтра она должна быть. И мы тогда разместим все это в нашей клеточке. Переселим туда наших песчанок и все это снимем. Покажем вам. Все, ждем клетку. Ждем клетку, да, малыши? Не легли спать, наверное, устали с дороги. Ну что, вот пришла наша клетка. Сейчас распаковываем и будем заселять наших мышек. Распаковываем, скорее. А то наши мышки в ванной уже поселились. Вот наши мышки, они пока в ванной живут. Да, привет! Сейчас мы вас посадим в клетку. Новый домик будет, да? Привет! Ого, какая клетка! Ого, да, какая большая клетка! Ну, точно нашим мышкам не будет тесно. Это такие лесенки, чтобы... Ничего себе! Это такие пакеты сена? Ого! И вот под нас. Все, сейчас соберем, установим все мышкам и вам покажем, как они заселились. Ну что, наша клетка готова. И вот будем пересаживать наших мышат. Песчанок. Вот, тебе не нравится эта маленькая клетка? Уже грызть начал. Тесно ему стало после ванной. Ну что, иди сюда. Так, кто первый?
Давай, рыжик. Так, иди, рыжик. Подожди, подожди, аккуратно. И давай серенький. Так, опа. Все, запустили. Закрываем. Ух ты, как они резвятся сразу. Вот наша ванная с песочком. Ух ты, как они разбегались. Вот у них такой домик классный с дырочками, бревно. Они могут там лазить, прорастить разные дырочки. Второй этаж с колесом. Мы такое большое колесо купили, чтобы им удобно было. Вот у нас соль, кальций. Тут у нас поилочка. Таким вот зайкой. И корм с хомячками. Мы туда насыпали им вот таких зернышек. Ну что, вам нравится? Что, классная клетка? Нравится, Ника? И думаю, нашим мышатам тоже тут нравится. И сколько всего они обследуют. Интересно. Вот колесо. Там все интересно, нравится. Вот уже сено. Сено буду кушать. И все нужно на зуб попробовать. Я думаю, им будет тут интересно. Ну что, вот такой у нас был влог, друзья. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.